В Елабужском институте КФУ состоялось торжественное открытие сезона в детском университете. О специфике обучения в рамках проекта рассказала юным студентам и их родителям доцент кафедры теории и методики дошкольного и начального образования Фарида Газизова. Свои первые шаги в науку почемучки сделали на лекции кандидата исторических наук и доцента кафедры всеобщей и отечественной истории Гульнары Бурдиной. Ребята узнали, какой была школа 100 лет назад, что изучали обучающиеся. Я уже занимаюсь первого класса. Мне очень нравится ходить сюда, потому что можно развиваться. И, например, когда ты в школе, ты рассказываешь всем своим одноклассникам, учителям, как ты занимаешься, например, новое что-то им говоришь. Мне больше всего понравилось, как проводились опыты, там, надували шарики, как углекислый газ там наш ученый делал. И мне понравилось, что мы узнали, что было давным-давно. Но и самым захватывающим стало для почемучек научное шоу профессора Николя, который провел с ребятами ряд увлекательных экспериментов. Проект «Детский университет» открывает свои двери для юных студентов уже в 12-й раз. В течение всего года ребят ожидают увлекательные занятия с участием преподавателей и профессоров Казанского университета. Посещать занятия смогут все желающие абсолютно бесплатно. Оксана Чеканова, Денис Сипайлов, пресс-служба Елабужского института КФУ.